Ну что, всем привет. Да. Я тебе хочу показать кое-что. Что? Как тебе? Прикольно. Это называется глэмпинг. Что значит глэмпинг? Это ты можешь поехать за город и жить вот в такой палатке, как на море ездишь, только там озеро. Как тебе? Прикольно. Вот она такая. Там папа, мама и ты. Я хочу себе такую отдельную палатку за город. Вот так вот внутри. Даже свет есть. Да. Да, даже заряжать можно телефоны. Вот так вот ночью. Так вот. О, прикольно. Прикольно? Да. И все это удовольствие не очень-то дорого стоит. Гостям предлагаются для размещения домики и комфортные шатры. Это шатер. В первых есть все необходимое для удобства: умывальник, душ, туалет, горячая вода. В шатрах могут разместиться 2 или 3 человека. Они оборудованы для всей нужной для жизни мебелью, электричеством и интернетом. Туалет и душевая обустроены в бревенчатой бане. Кроме того, на территории есть уличные умывальники. В летнем домике с деревянной верандой есть доступная кухня со всем необходимым оборудованием. Это, а знаешь, почему интернет хороший там? Почему? Потому что там все из ткани сделано. А теперь слушай, хороший. На территории также есть гамаки и качели. Хочу на качельку. Библиотека. Мангал. Не, библиотеку. Можно не поиграть в настольный теннис или бадминтон. Взять в аренду велосипед и отправиться на прогулку в лес. Много ягод и грибов. О, надо ягоды поехать туда пособирать. Поедем. Поедем. Надо маму уговорить только. Да. Уговорим? Да. Думаешь? Да. А знаешь, где это? Где? Всего лишь в 60 минутах езды от нас. Так близко. Да. Там лес. И стоит этот кемпинг от 2000 рублей. Ну не сказка ли? Сказка. Вот тебе еще картиночка. Вот это просто сказка. Просто сказка? Да. Тебе нравится? Да. Смотри, мама, это и папа, это что? Это сколько тут человек будет, и вы можете сразу сделать заказ. А, то есть мы можем зайти первый раз и сделать первый раз заказ. Мы можем зайти, сделать заказ на выходные и поехать туда. О, я хочу. Ну, где-нибудь в июне, когда у мамы будет там 3 дня выходных. Вот у нас отпуск будет у всей семьи. Вот, летний. И каникул. Что? И поедем? И поедем. Рванем? Рванем на все летние каникулы. Да? И вам да. Советуем. Я прям хочу вот такую вот картинку, чтобы у меня такой домик был. Да? И вам всем советуем. Да. Вместо моря отправляйтесь туда, да? Да. Ягоды, грибы, да, мангал, грибы, бадминтон. Грибы, ягоды, ягоды. Качели и гамаки. Класс, да? Да. Так что рванем. Пока.